вообще чувствуется уже какая-то усталость перед последними играми или наоборот, только ну, вот, в самой форме сейчас у команды? Ну, я думаю, чувствуется усталость, потому что осталось уже, в принципе, немного игр, но хочется их выиграть. Ну да, конечно, чувствуется, что уже больше трети чемпионата прошло, поэтому будем готовиться выжимать себя максимум в последних играх, чтобы добиться результата. Есть какое-то вот, ну, моральное давление, когда понимаешь, что любая ошибка может стоить призового места? Как-то это давит, когда готовитесь или стараетесь такие мысли, наоборот, откидывать? Да, наоборот, надо такие мысли откидывать, просто делать свое дело. Я думаю, у нас хорошая команда, хорошие игроки, поэтому мы можем всего добиться. Конечно, да, морально, может, где-то иногда боишься где-то ошибиться, но надо это убирать, и не будет тогда проблем. Маргонь команда на самом деле непростая. Согласишься, что с командами, которые вот находятся во второй части турнирной таблицы, иногда даже тяжелее играть, чем с теми, кто вот лидер чемпионата? Да, сейчас с любым соперником играть тяжело, потому что в конец чемпионата всем нужны очки, каждый выполняет свои цели, поэтому неважно, с Маргонь это или кто-то повыше, любая команда, это любой матч тяжелый. Поэтому последние матчи всегда самые тяжелые, будем добиваться хорошего результата.